Йошкар-Ола – один из самых экологически чистых городов России. Столица Мариэл вошла в десятку наиболее благополучных российских городов по результатам экологического рейтинга за 2014 год, составленного Министерством природных ресурсов России. Среди почти сотни городов, вошедших в список, Йошкар-Ола на 7-м месте. В 2013-м столица республики была на 22-м месте. В лидерах рейтинга – Москва, Горно-Алтайск, Краснодар, Воронеж и Пермь. Специалисты регионального Минприроды пояснили, что методика рейтинга учитывает 7 ключевых категорий: воздушная среда, водопотребление и качество воды, обращение с отходами, использование территорий, транспорт, энергопотребление, управление воздействием на окружающую среду.